Здравствуйте, подписчики канала Пламя. Продолжаем стройку мангала. Расскажу вам. Поднял я стены мангала, вывел все. Теперь перехожу на сам мангал. Вот. Поднял стены тоже мангала. Вот у меня 8-й ряд будет арка становиться. Здесь подвел. Задняя стенка мангала. Поставил подвесы, чтобы зуб буду поднимать, цеплялся за зуб. Расскажу вам сегодня, буду делать дно мангала. Вот разложил дно мангала огнеупорным кирпичом, елочкой. Все сошлось. Ну, немножко потрудился попилить. Ну, ничего страшного и сложного, ничего нету. Оставил зазоры, как вот сбоку, также сзади, сбоку, спереди, везде все идет зазор. Сбоку встанет базальтовый картон, то есть с левой и с правой стороны. Здесь тоже встанет базальтовый картон. Вот, разложил. Сейчас буду укладывать на раствор. Все на сухую, вот оно все еще двигается. Не на растворе, ребят. Просто подогнал, как оно все будет лежать. Сейчас буду выкладывать все на раствор. Всего приятного просмотра. Ставим лайки. Вот, уважаемые подписчики канала Пламя. Выкладываю на раствор дно мангала елочкой. Сейчас вот так вот такой вид. На сухую было разложено. Сейчас вот беру оттуда кирпичики и потихоньку перекладываю и выходит. Ну, покажу, как выкладываю, если видно будет. Извиняюсь за качество съемки. Ничто не поделаешь. У нас работа. Кирпичи сразу замачиваю. Раствор у меня жиденький. Уровни. Свой сразу затираю, потом еще почищу и оставлю их. Я делаю по-другому, там чуть-чуть есть. Я их почищу потом. Вот так вот. Так вот все швы почищу. Внизу будет раствор, сверху нет.
Вот она когда высохнет, а почищу, так вот, ну, там, по сантиметру будет пустота. Что я делаю? Я сухой смесь беру, засыпаю. Я это потом в дальнейшем видео покажу, как это все делаю. Засыпаю. Она проваливается водичкой. Может даже без водички. Просто она туда провалится. Или кисточкой, или щеточкой. Прочищу. Почему я так делаю? Как бы температура все равно будет держать, да? А сухой она будет отдавать температуру, выталкивать. И она будет на поверхности. Ну, я вот так вот делаю. Может, и неправильно делаю, но сколько вот уже стоит мангалов, никто пока не жаловался. Вот так вот укладываю елочкой. Это мне посоветовал Олег Михайлович уложить, говорит, елочкой. Я говорю, а в чем разница, елочка или прямо? Ну, елочкой. Почему елочкой? Потому что идет более, ну уже как сказать, сцепка лучше. Затираю потом. С водичкой. Да, не быстро получается, но все качественно. Пожалуйста. Везде уровень. И вот так вот, да, если не видно, вот уровень. И вот так вот выкладываю. Ну вот, друзья, товарищи, разложил я дно елочкой, начал уже на сухую раскладывать стенки мангала из огнеупорного кирпича. Вот там немножко зарежется, труба спрячется, потом зуб выйдет, труба сильно не будет мешать стенки мангала. Тут станет базальтовый картон, все, вот пальцы свободно заходят. Тут также здесь больше расстояния чуть-чуть, но ничего страшного здесь. Станет на ребро вот так кирпич. И сюда встанет тоже базальтовый картон. Так вот я по всей разложу части. Вот такие вот. Такая идет стройка. Все. Всем приятного просмотра. До новых встреч. В следующий раз покажу, как выкладываю стенки задние, боковые. И, ну, боковую выйду на сухую. Покажу, как я высчитываю зуб первый. И потом в дальнейшем покажу, как выкладываю второй зуб. Кому понравился видеоролик, ставим лайки.
Подписываемся на канал Пламя. Много полезного. До новых встреч.